тележка, аренда. Будете молчать? Да, свою тележку мы тоже платим. Тележку купили сами, батон сделали. Новый тележка. Платите за аренду. Какой аренда? Это не их тележка, это наша личная. Стоянка-то нету, как машину платить. Где тележки? Где стоянка? Я должна 4000 платить. А дальше будем восставать, дальше пойдем, в Нур-Отан пойдем. Потому что мы долго терпели, мы давно уже хотели это. Это же столько лет это уже идет. Скажите, спросите. Малый бизнес не трогайте, дайте людям работать. Без едкинеса, черменец так сильно. Мы хотим, чтобы отменили штрафы. Не считали, сколько голов мяса мы занесли. Не платили аренду? Да, не платили. Мы платим аренду за место 50 тысяч. Мы платим налоги. Нас еще заставляют платить штрафы. Какие штрафы? За что? Вот если мы не занесли столько голов туш мяса, сколько они хотят, нас штрафуют. А они сколько хотят? Они хотят много, мы не успеваем. У нас торговли нет. Сейчас торговых домов очень много. Он говорит видимским, да. Внимание. Что он людям говорит? Надо со всеми разговаривать. Мы ваши арендаторы. И чем наши разговоры решаются? Не слышите? Вы только вышли. Кассы опять. Ну вы же не... Ну, я пришел выяснить, что вы хотите. Мы хотим, чтобы отменили штрафы. Не штрафовали. Два месяца назад оштрафовали. Кто вообще штрафовал? Вот они здесь. Зачем? Вы что вышли сюда? Девчонки, вчера ходили по 15 тысяч штрафов. Где? Ну что, кого вчера? Кого вчера? Каждый день работай. У меня одно место не покупается. Мы весь месяц работаем, мы не видим. А тележку за что? За аренду платим за тележку. Мы вообще не можем работать. Это моя личная. Потому что я на больничном. Нет, вы до этого не сказали. Три месяца назад. Вы сказали, вы поговорите с своими поставщиками. Пусть они опускают. За что штраф? Если везде наводнение. Вы нам сказали. Погодные услуги. Подождите, он с ним же. Он говорит, подождите.